Ты забудешь свой возраст на несколько секунд. Только чтобы все сработало, следуй инструкции. Сейчас перед тобой находится картинка, и чтобы иллюзия точно сработала, нажми на лайк и подпишись. Смотри в центр картинки, и как только я скажу, ты отведешь взгляд и посмотришь на предметы вокруг. Предметы начнут расплываться, и при этом ты забудешь свой возраст на несколько секунд. Давай на счет 5. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь посмотри на предметы вокруг, они начнут расплываться. Ну и главный вопрос, сколько тебе лет? Совпадение, которое тебя удивят. Принт на стаканчике совпал со свитшотом. Ушки кота идеально подошли девушке в компьютере. Это совершенно разные люди, но они полностью совпали. Мужчина ходил в больницу и на картинке увидел человека, похожего на себя. Рисунок на шоколаде идеально совпал с окружающей природой. Такое бывает очень редко. Это эпичные провалы дизайнеров. А от этого дивана в виде тортика так и хочется откусить кусочек. Он выглядит так аппетитно, как будто действительно сделан весь из глазури. Если и сидеть на таком диване, то только в таких кроссовках в виде бутерброда, это будет идеальное сочетание. А здесь невероятный маникюр. Ногти получились длиннее, чем сами пальцы. И очень интересно, как с такими ногтями держать что-то в руках и как их просто мыть. И, кстати, напиши, что тебе понравилось. Это люди, которые глупо собой рисковали. Мужчина из Австралии увидел на берегу морского льва и решил его погладить. Но эти животные длиной более 2 метров очень агрессивные, и лучше не стоит к ним подходить. Этот человек ради необычной фотографии залез в пасть к огромному крокодилу. Вы только посмотрите на эти острые зубы с размером с палец.